Всем здравствуйте, дорогие мои друзья, и с вами Любовь и мой мирок Орхидей. И сегодня я хочу маленечко проинформировать тех людей, которые очень хотят азиатских орхидеек, но не знают, где и как их заказать, и как приобрести, и как что это делается. В данном видео я хочу вам показать слайд орхидеек фотографий, которые поступят к нам в феврале. То есть осталось буквально 2-3 недельки, и орхидейки эти будут у меня. Именно те фото, которые вы сейчас будете видеть, то есть слайд орхидеек, там будет более 100 сортов, которые вы можете заказать у меня на страничке в Одноклассниках. Ссылочка на страничку будет под этим видео. Сделать заказ очень-очень просто. Находите альбом «Излишки». Выбираете любое понравившееся вам фото, пишите бронь и дублируете весь ваш заказ ко мне в СМС в соцсетях, то есть в Одноклассниках. И вот такой вот красавчик, этот дикий кот, он пришел с первого азиатского у нас привоза. Вот такой вот красавчик. На данный момент камера его засветляет, а так он желтый и вот с такими вот красивейшими пятнышками. Ну, начнем смотреть наш слайд. И добавляйтесь ко мне в друзья в Одноклассники и выбирайте. Все эти цветочки уже скоро-скоро поступят ко мне в продажу. Да. Передержка до тепла у меня бесплатная. Отправка по всей России и по ближним зарубежным городам. Thank you.
Так, дорогие мои друзья, я думаю, каждый нашел из вас свою хотелочку, свою мечталочку. Показываю вам просто этого котика, потому что я его очень сильно люблю. Поэтому и показываю, чтобы было не так скучно меня слушать. И забыла вам еще сказать, что на данной страничке, то есть на моей, страничка называется так же, как и канал, «Мой мирок орхидей». Сейчас огромные скидки до 31 числа. Орхидейки уже скоро-скоро поступят и будут в наличии. Но чтобы они вам достались, вы должны их приобрести сейчас. Количество ограничено, но пока еще доступно. Поэтому не упустите свой шанс, заходите. Есть альбом отзывы, пожалуйста, пройдите и почитайте. Также в наличии есть три вида грунта циофлора, удобрения смокот, вертимег от насекомых, то есть от клещей всех видов. Поэтому желаю вам приятных покупок и дальнейшей дружбы на моей страничке. Все, всем пока, до новых встреч, пока-пока.